И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня я решил, так как чистка очень близко, я построил здесь прекрасные, в кавычках, помещения. То есть, ну, во-первых, я сделал перестройку, как видите, да, крышу убрал. И все у меня теперь более квадратненько. Здесь вот такой вот... Проходы также оставил. Потратил на это, конечно, не кисло времени. Кошара, мать твою. Вот. Где? Во. И вот здесь у меня такие площадки. Если так приглядеться, то вот торчащие стены показывают то, что они разделены на 4 аккуратных квадрата. Точнее, 2 квадрата. По 2 квадрата были, а 4 это спуск. То есть, ну, проход... Господи. В общем, вот здесь лучше видно. То есть это вот идут проходы. То есть здесь у меня под 6... под 6 алтарей. Так, Зата, Митра, Сет, Йога, Эмир, Декето. А, ну Джабалсага я только... под конец могу изучить. То есть, сейчас открою вики. Джимблсага. Можно изучить, только используя плоть памяти, которую можно получить, выбив с финального рейд-босса в подземелье полночной рощи. Ну, то есть, эндгейм девайс, назовем так. Вот, можно там, конечно, шанс выбить с других чуваков, но как бы это шанс, это уже все фигня. Вот скажем так. Вот, поэтому 6 алтарей, а больше и не надо. 6 же, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно. Я все правильно посчитал. Я молодец. Вот, также в комментариях вроде бы... Под големами, что ли? Не помню уже. Иван Иванов написал. Привет, спасибо за ролик. А чего ты без раба носишься? Даже наполовину прокачанный, он вдвое сильнее тебя и в 5 раз толще. А прокачать его до 10 уровня 30 минут делов. С моими статами так вообще его делов прокачать изи-бризи. Как бы даже 30 минут это с запасом, чувак сказал. Я даже на 1 иксах его прокачивал довольно-таки неплохо. Даже на 2 иксах. Ну, кстати, да, плюс-минус 30 минут. То есть, если сильно не торопиться. Вот. С моими так вообще, статами, ритами, точнее, прокачать его прям изи-бризи. Вот. И я решил, что да, почему бы нет. Ну, чуваку пишу, типа, в комментариях. Ну, я привык всегда везде один бегать, поэтому, ну, вот как-то такая привычка дебильная. Ну, что он пишет? Ну, да, у меня тоже такая привычка есть, но... Так лучше. И да, реально, если без шуток, так намного лучше. Здесь у меня... вот они, предметы, которые выпадали. Я подумал, а какие шмотки, какие шмотки? А, во, красиво. Во-первых, я эти шмотки всегда вижу. То есть на себе я не сильно-то уж и вижу, а вот так-то, ну, всегда видно. Блин, ну, красиво. Шлем, конечно, мне особенно прям вообще. Вот прям мотоциклетный шлем хоть такой делай, да? Прикольно. Вот. Дал щит, дал топор. Но иногда топор не экипирует. Экипирует щит, но и не экипирует топор. И бьет, то есть держит щит в руках без топора. И когда ты сражаешься с рядовыми, это без проблем. А вот когда ты будешь сражаться с боссами, это уже будет проблема. Поэтому я считаю, что лучше брать двуруч. Джедайса. А какой там был? А, там был папирус. Так, джедайса это увечье освещение, а здесь порез бумаги. Ну, порез бумаги явно будет получше, чем освещение. Вот, поэтому дам я ей то, что изначально у нее и было. Кстати, да, этот меч у нее изначально-то и был. Вот, ну, тут сейчас, то есть, было вот так вот, то есть, и смотрю, бьет кулаком, ну, ладно бы это был бы один раз, это было раза три,
грубо говоря, там из 15, допустим, а это уже дофига. То есть надеяться на то, что что-то пойдет у тебя хорошо, ну как бы такое себе. Вкусная каша, это делается изи фигня, но зато хорошо хиляет. Выбрал ее, потому что у нее живучесть, сила — это основные характеристики, и они прокачиваются получше. Не, конечно, там есть и кандидаты получше в плане характеристик, да. Когда-нибудь я переодену и шмотки все надену на нее. Типа есть у меня вот такие 95, но здесь живучесть не качается. То есть со здоровьечком будет хуже. Янос вроде бы здесь или кто? А, Салли. Там по 100%, да, проворство, живучесть по 100%. Ну, это проворство, я хотел силу, то есть у меня, ну, чтобы был силовик с двуручным. Да, есть как бы на проворство такая булава, но, типа, камон. Кстати, что-то я не задумывался. В общем, сейчас пойдем за жрецами, посещать жрецы. Только немножечко я сейчас задумался. Вот это показывает у нас ДПС 369, а вот это 254. Так вот, это ДПС-то намного лучше, чем вот это. То есть ДПС — это урон damage per second, вроде бы. Типа урон в секунду. Ну, это да. Ух ты. Вот это поворот. Так, ладно. Ладно, давай вот это уже берсерка доломаем до конца. Неожиданно, но фак. Так, щит мне не нужен. И вроде как все хорошо. Сейчас пойдем в храмы. Ну, то есть я пройдусь по всем, даже по тем, кто у меня изучен, чтобы показать. Ну, естественно, у меня может что-то пойти не так. Я не пойду абсолютно по всем в этой серии. Вы же сами понимаете, как это у меня бывает. Но пройдемся по всем, даже те, кто у меня уже изучен. Я постараюсь еще найти жрецов прямо с этого непосредственно. Кстати, у меня жрецы какие-то уже притомленные стоят. Кстати, да. Я нашел, как изготавливать цепь и как чинить цепь. А для этого нужно было всего лишь поставить сюда раба. Почему я думал, что стоя в колесе боли он будет работать, я не знаю. Но вот теперь этот, кстати, раб мне дает к оглушению плюс, и я могу изготавливать цепи. Но так как я теперь понял, как работает телепорт, мне это уже ни к чему. Но вот так вот и не тупите, и как я, если что. Да, есть, конечно, вот эта штука прикольная. Это, кстати, по ходу дела самое лучшее, что может быть. Типа, ну здесь осколок силы требует, все остальное фигня. И прикольно. В общем, у меня здесь вот два жреца. Я не помню, какие они. Вот. Вроде бы вот это вот, это с Асгарда я доставал. То есть, да, это с Асгарда была. Вот. Так что один жрец у меня уже есть. И, в общем, у меня будет вот так вот. Там три алтаря, здесь будут три алтаря. И, ну, соответственно, переход через здание. Да, немножечко сделал реконструкцию, переделал. Надо было, конечно, сразу так делать и не париться. Но я хотел какие-то постройки сделать, типа это. Но алтари сами попросили сюда, а делать какие-то многоэтажные эти, ну, смысла в этом нету. Во-первых, раньше так не делали. А у меня все-таки постройка того, как типа раньше было. То есть там не было вот таких вот построек. Это маленькое поселение. Если бы я, конечно, строил там огромную базу, типа вот, как вот это место призыва, да, там пол горы, да, в этом был бы смысл. У меня маленькое поселение не были такими большими. Ладно, как обычно, полчаса болтовни, ничего конструктивного, но сегодня мы сходим, постараемся, ну, как минимум половину посетить, а другую половину будем посещать тогда уже в следующей серии. Первый у меня на примете. Буду идти по списку. Это Зата, Митра, Сет, Йог, Эмир, Деркетто. Первый по списку — это Зата. А Зата у нас находится в Ткацкой лощине. Это Панцирников. Вот она. Ткацкая лощина. Я как раз-таки там-то и не был. Или я как раз туда исходил и там это изучил.
Ну, заодно и на босса сходим. Так, религия. Кстати, да, я еще... Так, у меня кто? Митра изученный. Йог и Эмир. А, вот назад. Так. А как нам лучше туда попасть? А, кстати, да, вот здесь это поселение у меня не изучено. Не открыто, точнее. Хотя я там был. А, попасть туда лучше. Ну, по ходу дела, вот отсюда. От хребта налетчиков. Так, берем с собой бойца. Кимерийский берсерк. И отправляемся в путешествие. Только я все выложил лишнее. Да, я все выложил лишнее. Так. Что-то у меня это... Картограф не хочет работать. О, заработал. Нужен был только отойти и подойти. Бывают такие баги. Типа он не привязывается сам. Ну, типа показывает, что у тебя предмет не привязанный. О, да, слушай, я туда не был. Я в этот заходил, там надо спускаться вниз. И там стоит NPC внизу. Там, походу, где вот босс находится и так далее, там это стоит NPC. Ну окей, погнали. Да, конечно. Дамажит не кисло. Я вам так скажу. Но я тут задумался. У них же нет ограничения по выносливости. И бьют они вроде как плюс-минус одним и тем же. А что если вдать ей вот эту дубину? Мне стало интересно. Ну-ка. Каратита не может, а вот атаковать может. Ну-ка, давай. О-о-о, вот это то, что нужно для спутника. Но, видишь, урона в секунду, то есть скорость атаки. Скорость атаки здесь, конечно... То есть она будет стоять и получать урон. Вот этот меч поинтереснее будет. Так, это дело по пути. Еще один щит. Кутамана. Прочность, смена не считай, легендарный щит. Прочный. Не хотел брать щит, в итоге щит взял меня сам. Ну окей, будет у меня топор и щит. Хотя в пещере все равно будет темно. А ему я почти рядом. Так, выкрутил гамму. И сейчас посмотрим. Воу-воу-воу. Отлично. Посмотрим, как будет в пещере. В пещере хоть глаз выколи. Окей. Тут без вариантов. Я пытался. Так, гамму тогда возвращаем обратно. 2,2. Во, отлично. Паутинку. Так, хотя не, я вот сейчас реально буду приказы перемещения только давать. И зачем это надо? Отлично. Погнали дальше. Жара это у меня от факела. Ох ты. Да чтоб тебя... Да, откуда вы? Вас так много. Бесит меня. Почему я тогда в целом-то всегда туплю и... И не беру с собой напарника. Самое главное. Так, где ты? А, вот и где. Потому что я привык играть в арк. И в арк, когда играешь... Давай так сделаем, чтобы в колодках повидеть. И в арк, когда играешь, они тупят, они застревают, они вот это все. А этот в Конане телепортируется к тебе. Что логично. Ты вообще можешь о нем не думать. Он всегда будет за тобой идти. И это самое главное. Так, давай смотреть, как сюда вообще можно спуститься. И можно ли как-то спуститься, не спрыгивая вниз. Вот мне вот это вот и интересно, что самое главное. Можно ли? Но я не вижу. Без никакого спуска. Я вижу только вот спрыг вниз. Снизу, конечно, я это увижу, если будет что-то где-то как-то.
Опача, сундук. Сундук. Хопа. Это что такое? Зеленый кристалл? Ну окей. Светящийся кристалл. Ну, допустим, я без понятия, что это и для чего это, но пускай будет. Так. Невозможно забраться. Это было больно. Не надо. Так, юзать ты будешь это все? Говно. Давай, используй. Отлично, красава. Да, в инвентаре у меня такие хорошие хилки, чтобы прямо так сразу бах-бах и все. А на раскладке у меня дерьмовые хилки. Ну, в смысле, похуже. Они не дерьмовые, они просто чуть похуже. Так. В итоге окажется, что нужно было спускаться вообще не там, и эта пещера огромная, и вообще вот это вот и все, короче. Так, ну ладно. Вот он, этот НПЦ. Вот он, НПЦ. Ну-ка, погоди-ка. Так, я хотел вот так нажать. А, у него маска, типа, это. Паучья маска, такой, вау. Спайдермен из прошлого. Изучить гнездо зата. И мы, соответственно, уже изучаем таланты, религия. И вот зато у меня изучено. А, паутина зато это уже стоит изучения. Но это понятное дело. То есть саму религию я хотя бы 50 очков не трачу. Да, я могу все это дело изучить, но 50 очков это 50 очков. Поговорим. Хоть что-то он не хочет говорить. А он типа и показывает, типа, ты чё, чувак, дурак что ли? Я это с тобой не хочу базарить. Прикольно. Ага. Ага. А мне теперь интересно, а чё это за подъем? Красный крест. Я тут могу добыть кристаллы, что ли? Погоди-ка. Ой, точно, хрусталь могу добыть. У меня он, конечно, ни к чему. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что, дурные, творите? Я просто не понял, а где вообще вход тогда в эту пещеру? Или как-то нужно было... В смысле, я вообще куда иду? Так, где мой напарник? Ну, главное, чтобы качался. На кого-то там, походу, дело напал. Ну, или пытается нападать. Все-таки интеллект здесь у них, это, не очень. Могла бы убить. Ой, ёп, твою ж за ногу. Ну, кстати, вот с этого меча тоже пятихатку вносит нормально. Слушай, я что-то понять не могу. Да чтоб вас всех собаки, прыгают они, а? Тысячи. Нормаз. Опа, чё? Вот на где вообще тропа беглеца. Вот на куда нужно было вообще залазить. То есть не там, где я привык. Слушай, я даже этот выход-то не помню. Чтоб я находил. Прикольно. Прикольно, ну погнали обратно. Ой, сейчас темно будет. Так, ну а в целом здесь, я так посмотрю, ничего интересного вроде бы и нету. Да? Ну так, где-то что-то полазить. Но вот босик-то поязвалил все-таки. Да, наверное, осколок силы будет. Какой-нибудь лутецкий хороший. Не-не-не, какой стоит? Атака! Отлично. Демонический паук. Вот. Отлично. В целом, она что, получается, не отталкивает, да? Ну, то есть, прям, изи-бризи может в легкости... Ну, 116. У меня 3500 хп. Ой. А мне-то за что?
Я стою вообще далеко. Ну да, прям изи бриди расправляется. Учитывая, как они быстро хиляются, это прям вообще. Главное, чтобы не отталкивал. Прикольно. Так. И что с тебя мы возьмем? Мы с тебя берем ключик. Значит, где-то здесь должен быть сундучок. Да? И где-то должен быть сундучок. Так, это я приказал переместиться. О, во-во-во, сундучок. Меч папирус. Ну, спасибо. О, еще один сундучок. Но... А где мой зеленый кристалл? Или я изучил за кристалл? А куда я его потратил? Подожди, у меня же был зеленый кристалл, да? Да, у меня был зеленый кристалл. Или я вышел он сейчас? Не, то, блин, погоди. Мне теперь интересно. Ну да. Этот кристалл находится только там. Вскарабкаться здесь нигде нельзя. То есть он сейчас залутанный, и, соответственно, я это залутать не могу. И сейчас он, как вариант, по двум причинам может быть. Первое, это то, что он, у него есть таймер порчи. И второй, то, что я вышел из пещеры. Возможно, так какой-то скрипт идет, что он исчезает предмет. Вскарабкаться здесь вообще нигде нельзя. На вход только да, только там. И, то есть, здесь получается вот два входа. Надо будет все возвращаться. Ну, во-первых, нужно будет возвращаться, так как здесь изи-бризи валить босса. А во-вторых, это... Мне интересно, что это за сундучок, что там получится и так далее. Такие вот дела. Ладно, что у нас следующий? Следующий у нас идет по списку, это Митра. Понятное дело, эти все установим потом. Но сейчас хотя бы все это дело изучить. Надежда Муриэлы. Туда я уже тусовался. Ну, я как тусовался, я мимо пробегал. Вот, поэтому есть смысл сходить. Тем более, что здесь, как видите, прям вообще рядом, близко и в упор, я бы так сказал. Вот. Так что сейчас главное выйти из пещеры. Вот он этот оазис. И вот в этом оазисе уже, то есть вот у нас строится статуя. То есть заготовка статуи у них. И здесь, собственно, и изучается Митра. Я не помню, но вроде бы здесь они недоброжелательные. Или доброжелательные. О, доброжелательные все, это хорошо. Последователи Митры. Ну, это простые. То есть они, я бы так сказал, даже не очопные. Вот, кстати, я выбирал. Может, из-за этого я понимаю их речь. А может, просто тот чувак в пещере не хотел разговаривать. Кстати, изучить эмоцию о Митра. То есть это вот это вот. То, что она показывает, это я могу изучить. О, побазарить можно. О, а здесь какая-то фигня еще лежит. Дневник. Изучен новые эмоции. Успех. Ну, прикольно. В общем, ничего от нее не услышал, но кроме обычных слов, типа, да, зарилась на меня, на слово Божье, и все в таком духе. Ну, готовка изучена зато. Прикольно. Тоже не зря сгонял. В общем, делает на свое дело. Отсюда я выбраться могу, но, блин, смешно, что сюда можно упасть. Что-то я этого не помню. Не помню, пытался ли я сюда падать, скажем так. Но прикольно, что он пустотелый. Как бы дешевизна изготовления, тут не поспоришь. Так, что у нас еще? Но здесь вроде бы больше ничего такого нету. Я, по крайней мере, не вижу. Ладно. Что у нас дальше? Дальше у нас по списку это Сет. Сет у нас
находится... О, сет у нас находится пик, ну, рядом с пиком. Хм. А, так я сета же изучал. Да? Я же сета изучил. Поэтому мне эти места и знакомы. А, нет, не изучил сета. Я так что с ним, ты не добазарился, что ли? Ну ладно, погнали. Так, вот я снова к ним вернулся. Ящик змеи мага. А, с этого ящика там что-то я помню... Читал, что ли, с этого ящика добываются свитки, что ли, или что? А, что-то не помню. Упс! Я думал, это НПЦ. Ну, честно, я думал, это НПЦ. Я подошел, нажал на Е. Ну... А дальше сами видите, что-то пошло не по плану. Ну ладно, чё. Чё поделаешь? Чё поделаешь? Вот чё поделаешь, чё поделаешь? Ну, шмотки пособираю. Это вот проблема немножечко со спутником, когда ты бегаешь. Такое может случиться. Случайно? Ну, по сути, случайно, да, получилось. Ну, благо, все остальные не загорелись, и потом хорошо. Кстати, да, древний обл. Это сказали, что в комментариях также, что это... Привык я на них на всех жать. В общем, древний обл — это тоже этот ресурс, как монетки, золотые монетки, и они там с кого-то выбиваются. В общем, когда-нибудь до этого дойдем, но не сейчас. То есть, как бы пока что мне это и сильно-то не нужно. Так, у тебя я голема изучал. Так, главное не жать я. Я просто, чтобы быстрее сэкономить время, типа, я подхожу, жму на Е, и это... И сразу же открывается, не открывается, и все. То есть я вот так вот делаю. Ну, как видите, на это есть свои последствия. Так, я чё-то так и не понял. Я этого, это, жреца-то и не вижу. Да, древнего был тоже. Ща, погоди. Кстати, надо будет вот обл вот эти добыть. И как минимум посмотреть, что за рабочий. Ну, боец, это понятное дело, он будет рабочий. Да какой рабочий? То есть ты какой-то выберешь специальность или просто я рандом что-то выпадет? Ха, интересно просто. А, пока что я что-то реально так и не нашел этого НПЦ сета. Может, он теперь не здесь? Я не знаю. Может, извините, выглядит все как после погрома. И может, куда-то НПЦ переместился. Но его нету, и судя по двум картам, он вообще находится где-то вот там. Ну, то есть вот здесь вот где-то находится. Около алтаря, грубо говоря. А его нету. Ну, сами видите, его нигде нету. Это интересно. Ой. А я не знал, что в этом пламени можно сдохнуть. Я говорю, подхожу близко, подхожу, а что-то он не сдыхает, и я такой, ближе подхожу. Весь инвентарь, короче, остался там. Надо сейчас попробовать залезть. В общем, короче, да, сета не нашел, а вот пламень сгорел. Какая тупость. Так, ну, во-первых, меня выкинул из игры. Точнее, как выкинуло. Она просто зависла. Во-вторых, мне возвращаться так и так нужно было, так как у меня здесь остался боец. Следует за мной. Ну, а в-третьих, давай посмотрим, получится у меня забрать ресурсы или нет.
Спальник я здесь положить не могу. Строиться здесь нельзя. Да внизу тоже строиться нельзя. Так что, если что, обратно буду возвращаться долго и счастливо. Но, конечно, самый главный вопрос, вообще остались ли ресурсы? Потому что меня все-таки выкинуло из игры. Могилка отображается. А, ну вот зелененький свет вижу. Так что вроде как есть шанс. Но, а сдохну ли я еще разок или нет? Получил свои ресурсы обратно. Конечно, тут ни о чем в плане ресурсов. В основном еще один меч папирус. И что самое немаловажное, это стрелы, которые я задавался уже их терять, скажем так. Да, ну и щит. Ну, тут сюда так и так возвращаться пришлось бы. Может, здесь, во. Так, единственное, что посмотрел я видос, пока вот это все грузилось туда-сюда, о том, где находится Сет. Сет находится здесь. Но тогда еще здесь этого. На видосах не было вот этого погрома. Ни на скринах, ни на видосах не было этого погрома. И я задумался. Где-то же Сета я видел. И видел я его в Супимере. А, Сепимере. И мне пришло в мысль в голову, а что если как раз охотники за сокровищами напали сюда, вот это вот и все, и, ну, собственно, теперь жрец там находится. Ну, к примеру. Поэтому давай сгоняем туда. Потому что здесь, во-первых, да, погрома не было, во-вторых, вот этого здесь не было алтаря. Здесь стоял, типа, этот костер, и он туда-сюда ходил по видосу, а по скринам он здесь стоит. То есть его просто-напросто нету. Поэтому что? Да. Гоняем сейчас туда и посмотрим, в город, в смысле, и посмотрим, что да как. Единственное, что сгонять я туда могу через телепорт, это вот отсюда, и это будет намного быстрее. Перевес. Так, забегаем в город. И где-то было... С той стороны вроде бы. Стой, не стой, стой, не стой. Так, здесь у нас Конан тусуется. Где же, где же, где же? Смотри-ка, стоят отдельно от всех. О, так. Ну-ка, давай-ка заберемся повыше и попробуем посмотреть свысока. Опа, чё? Ну нифига себе. Лиса длинный лук. Твою мать, я за тобой столько гонялся, просто ужас какой-то. Я просто не могу. Так, давай, чувак, вот это вот. Это. Так, тихо. Так. Ты. Стоять. Так, перемещайся. Перемещайся. Только не надо. Так, не-не-не-не-не-не-не. Перемещайся. Не-н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 е. Тихо, не бей. Нет, твою мать. Вот проблема спутников, дура. Дубинки не было. Я что-то не думал, что встречу. И, кстати, вот этого места лучника на карте даже был не отображался. Нигде. Вот эта тупость. Да? Почему бы нет? Так, ладно. Поприкалывались и хватит. Где находится... я так и не понял. Да, в плане выносливости, конечно, здесь просто огонь. Сколько урона вносит и, типа, хоть бахны. А вот в плане тупости, это, конечно, да. Тоже как бы огонь. Я про это... Про спутника своего. А в данном случае спутницу. Но когда начинают урон наносить в толпу, это, конечно, да. Это просто за раз там толпами. Ладно. Поможем. Вот, а дальше уже нормально. Они копьями бьют,
и стопают. Это основная проблема. Опять я вот сюда приперся, блин, и блин. Что-то мне подсказывает, храмовый квартал — это как раз то, что мне нужно. Я помню, где-то он с той стороны был. Я тебе сейчас твою копье в задницу засуну. Хотя твоему трупу это не поможет. Добивай. Вот, видишь? И просто вручную бьет. В рукопаху. То есть просто не экипирует меч. Но это, короче, без разницы, что это. У них вот такая тупость бывает. И все, и не экипирует меч. Какого фига? Вот какого фига рукопашку бьет? Ну, то есть без разницы, что ты возьмешь двуручный меч, то есть он может просто не экипировать. Ну ладно. Проблема. Хм. Это вот там, где Конан, да, тусует. И вот она, блин. Наверх надо было забраться. Ой. Ёб твою ж за ногу, да как ж ты бесишь меня, а? Ну, я нажал на него. Понимаешь, я опять на него нажал. Ну, что я могу поделать? Я на него нажал, он начал его мочить, естественно. Вот, идет сет. Алтарь сета. Так, где-то что-то тут можно было... Хоп, использовать, отлично. Техтолзы. Еще что-то. А вот еще. Еще один дневник. Ну, это-то я вижу. А изучить-то я где могу? Так, ну ладно. Ты туда. Ты сюда. Тихо. Только вот это не завали. Вот этого замочи. Твою мать, да ты серьезно? Я вообще-то вот это все затеивал. Вот в чем проблема. То есть на постоянке? Ну, как бы смысла нету брать. Вот реально на постоянке. Вот куда-нибудь на босса, да, есть смысл. Ну нет смысла брать на постоянку. Ну вот что, вот как? Вот как я тут? То есть я как бы попытался сделать, да, то есть, чтобы как-то подраспределить, но не, нифига. Вся проблема в том, что это переключается и все. Но проблема немножко в другом. Сета-то я так и не изучил. Я не знаю, где сета изучать. Вот, изучения сета так и нету. Да, здесь стоит храм. И это немножко не то. Ну, алтарь точнее. И это очень даже сильно не то. А вот чувак, который расскажет, как это изучить, этого нету. Блин, не знаем. А вот и чистка. Ладно, с этой я все равно так и так не нашел. Так что будем готовиться к чистке. Как раз и серия уже, ну как бы, слишком долго. В следующей серии была чистка. После этого продолжим искать все дебильные. Я надеюсь, за это время найду еще и где искать именно сета. Вот. Ну и в общем, всех посетим, все алтари. Ну и, соответственно, уже их все выставим.
Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.